Друзья, всем привет! Мы получили такие пригласительные. И сейчас мы на конкурсе «Мисс Спартак» будем следить за тем, кого же выберут самый красивый болельщик «Спартака» в 2018 году. С нами Яна, победительница прошлого конкурса. Яна, скажи, как тебе это удалось? Как это получилось? Я просто расслабилась. Все оказалось намного проще, чем я себе представляла. Мы поймали еще одну победительницу конкурса «Мисс Спартак» прошлых лет, Мария. Ну что, какие ожидания от сегодняшнего конкурса и как вообще чувствуете себя «Мисс Спартак»? Я все так же люблю «Спартак». Сегодня мероприятие пройдет очень ярко, очень весело, и мы получим все удовольствие. Сколько очков «Спартак» в прошлом году набрал? 69, правильный ответ отправляется у нас номер. Сама не знает, какой номер. Девчонки, ну вы вообще все молодцы на самом деле. Я посмотрел все анкеты, все фотки, все описания фотки. Здорово вообще, надо завидовать вам. И я уверен, тысячи болельщиков «Спартака» завидуют вам сегодня. Поэтому давайте, по максимуму надо выступить, показать, что мы самая лучшая команда во всем, не только в футболе, но и, как говорится, как много девушек хороших, и все они у «Спартака».